Супруга начала контролировать не только жизнь футболиста, но и его профили в социальных сетях. Несколько дней назад на странице Дмитрия Тарасова появилась запись, адресованная хейтерам. В тексте обращения говорится, что люди, обсуждающие семью футболиста, должны в первую очередь обратить внимание на себя. Также в посте автор просил оставить в покое Ангелину и Милану, дочерей Тарасова от первого и третьего брака. Однако поклонники негативно отреагировали на обращение футболиста и указали, что мысли исходят от его супруги Анастасии Костенко. Если это на самом деле так, то совершенно неудивительно. По Анастасии видно, что она властная девушка, которая любит все контролировать. Хотя внешним видом показывает, что милая и покорная жена. Фанаты Тарасова уверены, что Костенко устроила ему полный прессинг, начав контролировать его социальные сети. Скорее всего, именно Анастасия Костенко пишет посты в Инстаграм Тарасова. Стоит отметить, что зачастую переход на такой уровень отношений часто заканчивается одинаково. Один из супругов устает от пристального контроля и пытается получить больше свободы. В случае с Тарасовым он в принципе такой человек. Дмитрий всегда любил свободу и поэтому позволял себе общение с девушками помимо собственной жены. Костенко понимает, на что способен ее муж, поэтому выбрала новую тактику, которой ранее не пользовались Оксана Тарасова и Ольга Бузова. Настя взяла под контроль большую часть жизни супруга, чтобы тот и не подумал уйти налево. Но, как уже известно, даже ребенок в семье не способен удержать Тарасова, который в любой момент может переключиться с любимой жены на очередную легкодоступную барышню, которая поставит перед собой цель стать четвертой женой футболиста.